Крест, третья патерум. Это на черя. Перчена полома. Релок сделал. Друидом кулаки, пожалуйста. Алладина, дайте баб. Что? Кого мне держать? Держишь жуткую. Ага. Ну, ребят, ну давайте как-то шустрее. Начнем, закончим и уйдем. Спасибо. Пойдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Мои чудовища не читают. Я видел более достойных соперников в огромном круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных. Я спину. Лучше не стоим, походим. Сноуболь треть. По сноубольным активнее сыграть, максимум запись по сноуболю. Сноубольных убили по своим меткам стрим. Напоминаю, Ориона жуткую. Безжалостно кислотную. Веру дали фул ДПС по кислотной. Хуйня, жуткую введи, пожалуйста, не бейте жуткую. Сейчас лужу разольет. Или она уже разлила. А, она в центре разлила, блядь. Аккуратно, в луже в центре. Крест скоро будет доставать. Смотрите аккуратно, мониторьте. Миллизон надо разморозить. Подходите, если по вам, кресте будет наноситься урон, ребят. За танка разморозит еще. Иди разморозь еще. Не надо в крест еще подойти. Успеешь? Нет, забери кислот, забери жуткую быстрее. Да, да, уже. Жуткую забери, жуткую, жуткую, блядь. Раньше набрали. РДД раньше набрали быстрее. Милики рассосались тоже рэндж набрали. Все рассосались рэндж. Рэндж десятка, быстрее. Все ушли, блять, набрали рэндж, сука. Эма на огонь дай. Я вас за спиной, ну разморозили бы хоть бы. Я уже разборозил. Я четко отошел.
Это аккуратно лужа. Лужа около ромба. Аккуратно. Чуваву подхильте. Он сейчас умрет. Чуваву подхил, пожалуйста. Смотри, сейчас лужа будет, готовься выводить. Лужа. Веду. Там лужа пропала уже. На мид и по 4 орды. Мид и поворачивающий орды. Все, все, все. Хорош, 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 хорош. РДД метров 7-8 от босса, великий въебан убьем. Петов убрали своих сразу. Уберите петов. Все убрали петов. Сестры отбежали. Отсчета орды быстрее, быстрее, глю. Угу. ЛДПС по базу. Длина метров 7-8 от пасу. Встаньте полукругом. Встаньте полукругом. Все, раньше держите, нормально. Извините, а у вас слот есть? Нет. Да. Ну, ладно. Удачи тогда. Тебе удачи. От хисера отбежали. Столбик бежит, столбик бежит. Быстрее отошли оттуда. Ветка ближе к боссу, еще задует, не достанет. А избаунд, избаунд. Пожалуйста. Нормально, ладно. Не забыл, понял. Щит бежит, щит орды бежит. А не, в столб, столб, столб. Туда же, куда бежал, ушли оттуда быстрее. Все, добивайте. От шмата отказывайтесь, остальное можете иметь. Рано в ТД может двигаться, пока на этого вас. Еще пахабная. Короче, на полба. А ты релогнулся? Или еще нет? Влево можно порой шлёкнуться? Тут ходит Х4? Не надо. Хисера прием. Ну если что, с рту тебя почти дарил голоса. Окей. У тебя еще 1.5 минуты есть до пункта.
будет всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Пять, четыре, ложный гном! Три, тебя погубит твоя самоуверенность! Один. Перед вами Джараксус, эренарский повелитель Пылающего Легиона! Паночка. Врата освещены, пошли быстрее. Настя, дай стан по вратам. Надо слева выпишем. Прямо под вулкан. Поверни босса, доверни. Куда? Босса, поверни, похуй в какую сторону. Желательно влево, нахуй, чтоб вулкан появился с другой стороны, нахуй. Либо вперед двинь, да. Надо слину лужу, пиздатый вниз. Синсонка вниз. Вулкан 3 секунды. И готовили свечиться. По вулкану поехали быстрее. Давай избаунд. Глю сакра. Дома на огонь носить. Быстрее убили инфернала. Третьего Лисуриона выбежал. Добили следующих инферналов. Быстрее. Еще один инфернал. РДД добивайте, мелики босса бить. А, нормально, на мелизону пошел. Гриппа. Еще играем в Жан. Икла прохил. Скорее всего, побежал. Врата освещены, залегу быстрее. Стан, Настя, дай по рукам. Забери бабу. Больше ДПС сейчас еще одного летит. Ясно. Ой, блядь, скорее всего побежал. По боссу больше ДПС. Баба уешь. Ешь, Лена, прохитил. Линда побежал. Сейчас вулкан появится, игнорим его, добиваем босс. Стаки. От шмота, как обычно, отказываемся, остальное можете иметь. Банкрот, там тот эм, если что, остались. Мало ли. Рыбуха. Короче, между Т-10 и Т-4 разница в 2,5К. Так, если. Это справ... Ну, это у Шаманова или эм. Ну, сейчас даже ты... не везло, у меня 14,5. Мне на криты не везло и демона нет. Бенкрот, Т-4 без лавы, понимаешь, урон наносится. Не понял, сейчас славы. Ты 10 с лавой тестил? Или без лавы? Без лавы, конечно. С лавой, да?
Без лавы, конечно. А, без лавы? Ну, у тебя крит хотя бы... У тебя 50 крита есть процентов своего? У меня было и 60 крита, я тестил и 50. Нет, анбафом. Анбафом именно твоего. А, анбафом у меня 52 да. было, 53 максимум. Анбаф. Очень плохой сетап, милик, это танки, вам очень больно будет. Там есть ретрик, вар, рога и ДК. Хуже стапа для вас не придумаешь. Максимальный прохил, говорю, нужен танк. Частицы просто оверхилишь. Уходим под этот щитерды в квест. Начинаете вон там в печеньке танчите их. Бентли сбегай, поставь тримар. Давай тогда тут постою. Тримор поставь. Куда ты поставил? Надо за дверь поставить. Вот сюда вот. В крест. Угу. Забери ману броню. Прижмите всех к стене. По рамбу играем первым. Он дропал команде, грипнешь. Глю, отойди, пока налишь. Арчи на ПЛМ. Прижали стены. А, блядь, стоп, забыл назначить только его контроль. Синсуанг, теряешь печеньку. Скорее всего, даешь хекс по печеньке. Бентли, даешь хекс по звезде, я феряю. И Вайтфюри продлеваешь циклонами по звезде. Серый там миль какого-то возьмешь, если какая-то хуйня пойдет. Бойчик феряешь у этого шипа из шамана. Трипл банишь друида и феряешь. И сосед... Кто у нас там? Блять, хил. А, Игорь, перестарший хпш. Короче, на пруба. А чёрт даю. Приготовьтесь. Стойте на месте, не двигайтесь вправо. Блять, нажимаю ману броню. Стой, ветка, назад отойди. Кажется. Да, да, сорян, я забыл. Все, вроде сагрелось, нормально. Только вар, блядь, еще побежал. Вара надо серый поконтролить. Mm-hmm. Геру дали фул ДПС по рамбу. Разобрали свои таргеты к контролю. По ханту после... Сейчас короткого фера надо дать хекс. Или что-нибудь. Ханта контрол. Хекс. Там хекс. Блять, ну кто кинул? Шокола надо контролить. Добивайте быстрее. Добивайте раунд. Все, три вихри было. Ферну звезду. После фул печеньку бейте. Еще два фера будет. Потом нужно будет что-то продлить. Но у меня 20 секунд, пец. Ну я могу попробовать дальше. Да не давай уж. Я вара посмерчу еще. Че, смерч пошел по звезде. Контрол. После этого дай рейд хекс, дай хекс по ханту прямо сейчас. Верлана умер, пацаны, у Верлана умер, держу в курсе, просто не хилили. Ладно, главное ТК держи. Хотя я продлю хер. А, не надо, я не продлю. Не надо ферну, я еще один фер дам по ханту. Они сорвутся, они с брейд срываются. Шокола бейте, шокола бейте. Ну, гминишинг у него там. Глю бабл, глю бабл. Я дам хекс. Вара бейте пока. А где у нас ветка умер? Вару бежим. Так, Варс, по ханту идем фир. А ханта пока по контролю. Ханта пока по контролю. Бейте больше по звезде, че вы еле пьете ее? Так здесь палить надо, наверное, не? Еще дам фир. Нужен что-то контрол по ханту. Я сейчас. Все, вихрь пожалуйста. Сейчас подожди, хиксну попробую. Подожди, еще один. Сейчас еще один. После этого. Креста потом бейте. Не получилось. Ханта. Хекс дай, скорее всего, дай хекс по ханту.
Я дал, дал. Все, отлично. Да, я дальше эфир дам. ДК побежал к вам. Паладин. ДК серый. Корни циклон ему. Блядь, там паладин. Ладно, палоп похеряю пока. Не, хуйня. Трипл, трипл, блядь, синсонг. Паладина, нахуй, максимальный контрол. Играем пока по звезде. Этого ферну Алису. Еще один фир, да? Нет, она далеко ушла на глю. Блять. Паладина контрол. Глю, блять. Надо играть по. Блять, какая хуйня нахуй. По ханту играем, грипни ханта сюда, грипни ханта, и дизарм сразу въеби ему хисера. Ну грипни, синсонгу баб, быстрее, баб синсонгу. Ебани меня сфер приезд. Да уже. Синг, твой паладин остается. Трипл рогу после циклона вперяешь. Я ДКшник. ДКшнику нужен порник там, давайте. Киньте лужу кто-нибудь, ЭБшки. ЭБшки, лужу киньте, пожалуйста. Прямо в эту. Блять. Ну, спасибо. Дам текст. Один. Так, ща попало, играем. Блять, где он там, сука, Бельнор. Да ёб твою мать, попасть не могу, на. Нажми на манни новую, отведите, я сейчас ДК ебало сломал, по-моему. Ну, ничего, херно его нормально, мне дыры пришло. Не, нихуя не пришли. Бабл диспел? Помоги ДК в последнюю очередь без меня. Играется почему. Кирилл, спамить кого-то еще там в гильдию или нет? Статик первый, второй. У нас люди поуходили. А кто у нас ушел на X5 вообще? А есть? Кто у нас ушел? Никто не ушел. Я в курсе. Мама нужна по другому еще и полипауну. Потом придется здесь кончить. А, Баромир точно ушел. Скандрин. Может, Слепку хочет. Устая и горькая
сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? О, нахрен. Великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Ребят, 3 минуты буквально. Ничего не дотянем. Пять, четыре, три, два, один. Все тут? Ничего на ФК. Серый половишь с правой стороны сверки. Уриона с левой. Безжалостный Рислин босса потанчить. Дайте фулл ребаф, пожалуйста. Игнитерка. Лишь сплотившись,
вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Тыкните, пожалуйста, кто-нибудь на сумму. Арислин пробафать. Арислин, бери белую сущность, будешь станет темную. Безжалостная темная сущность, станешь свет. Серый справа, то этот сверки собирает, и этот Уриона с левой стороны. Все стоим в одной метке. Остальные все темные сущности. Это что на полума? Нет, тебя не ловить. А что дом? 4, 3, 2, 1. Во имя темного повелителя. Во имя короля Лича. На пол дали. Стоим в одном фрейме, ребят. Ахилл залетает, Уриона с той стороны. Уриона сзади. Светлую сущность взяли, по рамбу поехали быстрее. Каст. Арислин сакрая, переводите босс. Урион, двигайся. Лови сверки с левой стороны. Темные. Мама прохил. Бля, темные сущности взяли, все по звезде поехали. Каз бил. Давайте, наверное, лучше сразу перебежим. Глю, дай сакру. Переводи. Мы охраняемся стали. Прохил. Айсбаун, дай бежалась там быстрее. Ну, блядь, ну... Не нам. Может Геру дадим сейчас под баф? Дайте Геру. Ахилл. Серый с той стороны, пускай танки ловят нахуй сами. Тебе главное помогать сзади и по бокам. Ну, значит, это их косяк. Светлую сущность взяли быстрее, поехали по рамбу. Темные сферки ловить. Прохил. Все можно бустить. Прохил, прохил. Добиваем ром. А
Один шар сзади залетел, другой спереди, нахуй. Танки, он, блядь, впадлу поворочится жопкой, на которой босс танчит. Тыкните столик. Спасибо. Я сейчас на ветка на паладине. Скажи, чтобы он не продавал, я куплю его. Только смотря сколько у него есть. Доля с правой стороны напуливаешь. А, ну тогда нет смысла вообще. С этой одной штуки, тем более на следующем КД добавляем. 5 полезно. Доля на пулевой с правой стороны, я 6 левой. Локи огурцы поставьте. Настя, да, СС по хиллсайду. 3 пол, да, СС по Ешлен.
Ищем, да, поставь. Holy Shit, твой первый шакл по кресту. Дальше Арислин даешь саб с последующим или повторяешь. Это на второй фазе, который в кресте будет уходить. Бьем босса, напоминаю. Играем через бопа. У нас три бопа, кстати, всего лишь. На первой, значит, закопки играем через один боб. Первый боб дает глю. На второй закопке дает Арислин. Боб первый, я второй. Надеюсь, услышали. Арчи на полубах. Лужа, которая будет печеньки, в нее заводить шипы нельзя. Отчет на исходную стали, отчет дай. Все приняли готовность. 3, 2, 1, пул. Что-то ты поздно спулил, нахуй. Ай, блядь. Копатели на пул. Напоминаю, первую закопку, на первой дается боб, потом заходите в две лужи сразу. Копатели на пол. Центр отбежали все, ждем, пока выберет так. Один боб, потом две лужи, да, разбиваются? Да. Блять, ну, ёб твою мать. Ой, господи, сука, ну что это за хуйня, нахуй? Перемотать, посмотреть, сейчас, секунду. Я даже глянул. Ложи на пол. Боб я сам дал, забей. Я хуйню сделал. В такие моменты нужен дисконнект. Это проще в три танка уже бить, вам ДПС хватает. Подговорить по очереди, чтобы такой хуйни не было. Блокера на запасе еще одну. Мне кажется, самое время попробовать стратегию с шаклами. Можно попробовать, но уже бесполезно. Ну, у нас ДПС хватит даже с шаклами закрыть. Мне кажется, с шаклами будет поувереннее. Там и напуливать не надо. Ну, может, уже и по, ну, может, и поувереннее, но сейчас уже просто нет смысла. Конкретно сейчас. Это молодец. Конкретно сейчас как раз таки есть смысл, потому что мы уже 50 на 50 зафейлили. Можно потестить. Смысл тестить это и тянуть время. Понял. Что там тестить, если это и так все просто?
Если человек может шакл дать, он даст его шакл. Если он не даст, ну, значит не даст. Ну, у нас два приста, которые дают шаклы без проблем, так что нет смысла тестить. Тестом хватит ли нам урона и так далее. Арчена полубав. Я вам давно это предлагал. Отчет даю на исходный стан. Лак по ДК. Быстрее пробав для ДК. 3, 2, 1, пол. Ой, блядь. Хотели мне пол. Хватит на пол. Центр отлежённый. Ждём. Кулака нет. Настя побежал. Дали пул ДПС покопать. Нет? Боб твой первый днём. В следующий луже заходим без Боб. Поменяем. Там на кулаков ни на ком нет, кстати. Ну, видимо, Настя мафла кулаки, а на танке, поэтому не бафла на блоке. У нас есть ДЦ, я не знаю, в чем проблема была, вместо... Кулаки им по 5 разбавьте кому-то, например, блин. Крикни на П, что я тебе могу сказать. Да? Настакивайте много этих. Жвала не настакивайте, да. Трипл прохил. Там 5 жвал. Дайте фул ребаф по шаману. Не надо кишек пиво. Копатели на путь. Блять. На второй фазе так много не набирайте. Старайтесь паладины на себя, реслинг забирать на себя. Максимально скорпиев, потом баблом скинешь. Либо маг, без разницы. Чтоб выжимало, если что, скинули глупо, либо баблом. Копать клинику. Стопните босса, не бейте, стопните босса, не бейте, стопните. Убежали. Сейчас первый дает боб по реслин, второй я. На пол когда 5 секунд. Реслин сам по себе наш. Залили копатели быстрее. Бернул. Это перекрыть. В эту лужу не заходим, которая.
Блять, бойчик, стой. Далеко не уходи. Бойчик, ну блять, ну куда? Ебать тебя нахуй. Стой, не зайди в лужу только нахуй. Почему я за тобой должен бежать, хуй знает куда, объясни нахуй. Серый, дай БРП, Андрей. Скоробеев залили быстрее, стаков много не набирайте. Бахните ДК, быстрее. Копатели вылезли на пол, не бейте босса пока, не бейте. Копатели на пол. Саппроты выпили, стамину себе сняли, хпшку тоже сняли. Все, переводим, бьем геру, дали фулл ДПС. Бежалась на эсбаунд. Команда на лед, блю. Озеро на гимна хп. Вайтфьюри БР по ветке быстрее. Глю, бабл с окра. Реслин, забери лед. Прохил меня, пожалуйста, блядь, сейчас сдохну нахуй. 50% нажал. Копателей на пол. Глю нахуй умер, блядь, я понял. Походу бабл не нажал. А вы танка будете хилить, когда хулипал умирает? Ну это какой-то пиздец. Я тоже не так говорю. Кама на лёд, Гарислен. Всё, прохил. Сейвы свои жмите. Холишь гим на хп. Блять. Ну только ясно может на пули. Ну, сдохну. Да я умер. Ты видел, типа, вообще реально в одну закопку его уже почти переводить? Не, ну если мы нормально бурстанем, мы переведем за одну закопку. Я так думаю. В чем смысл? Вам не смущает то, что эти жуки типа лишние? Или вам похуй? То, что их будет 16 штук нахуй на второй фазе, блять, мне кажется, это не очень хорошо. А типа если бить жуков, два убил, два шага. И вам не вы блять не задавались вопросом, что таймер разбивается, как я буду станет два теневых удара разбивать? Объясните. Слышишь, а если типа их бить и до фазы, и на фазе, типа в две закупки, и тебе стоять тупо под боссом, или их будут сразу кливать. Два в шаклах с дальних стоят, два роги напуливают, и все, они просто будут за 10 секунд падать. Две закупки, извинись. И в конце там. Да, это депостер, это. Когда-нибудь так будет бить. Ну, пожалуйста, следующего КД таки будем бить. Дашь, дадите связь по тому, по кому давали. Давайте лобах быстрее раздали. Блять, мне так неудобно нахуй, ты бы знал, эти каски раздавать. Я без фреймов, без нихуя. Это не мой аккаунт. Сейчас раздам. Мы еще каску не дал, или по всем уже вроде дал. Еще на полумас. А попал он, дал?
А если я шоти не хватаю? А себе? Попало мне, ну, понял. Все, мы что отдаем на исходную стену? 3, 2, 1, пул. Матери на пул. Через 2 секунды. Мало. На пол. Центр отбежали. Ориона побежал. Покопателям фулл ДПС. В один баб переводим сейчас. Заходим в геолу сейчас. Скорее всего в лужу в центре. Ну чего ты ждешь? Я же сказал, заходим. Алена, ты, блядь, не слышишь или что? Пиздец, нахуй. Нет, давайте быстрее, чего их так много ползает, нахуй? Вы вообще по ним играете, блядь, или нет, нахуй? Этого целого заберу на себя, не трогайте. Ясно, не дам мне забрать его, к сожалению. Побежал он по нормальному. У кого там Берни в КД? У всех КД, да. Копатели на ком? Ветка через 30 секунд, даже пар по шаман. Хорошо. Хаку побежал. Первый в общем сорислин, второй Яна. Попасили быстрее, заливаем. Все равно далеко не убегает. А, хули шли такие. Все, 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 стой, 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 стой там. Бо будет? Я еще точно. Знаешь, я же сказал, блядь, стой. Я уже дал тебе, не переживай. Что там шаман, вставай. Ребахните шаман. Пять секунд серый побегает.
пробей быстрее. Ёбнули, он целый идет. Его надо убить. Да на этого не надо, блядь. Копатели на пол. Босса пока не переводите. Копатели на пол. Все, можете босса выиграть. Дали бежалось на айсбаунд. Прохил ветки. Клею мана лед быстрее. Азерон и гимн на хп. Арислин, забери лед. Глю бабл с экран. Да блять! Ай, письма нахуй. Не достать. Дай БР поредики быстрее. Настя, забери лед, нажми лед. А, блять, точно нахуй. Я вот люблю нахуй. Полишит гимн на хп быстрее. Свои свои выжмите. Не, все, это пизда нахуй, блядь, поздно стал вам нахуй. Да нет, объем еще. Подыбаем на 4 секунде. Нам было, блядь, говорить, чтоб подошел кто-то ко мне нахуй. Эти боссы, не знаю, если добьете, то добьете. Некому хил, походу, резать. Что нахиливается сейчас сильно. Только хильте, холипал умер. Надо стан, чтоб сейчас кто-то дал. Я не успеваю опять этот стан, сейчас кто-то умрет опять. Вот уже надо. А, блядь, пески нахуй. Тут кому-то шмот нужен, может на его нахуй. Так, короче, там это 47 из 50, можем, короче, без блокера потестить стратегию. Магазину, можем пошагли два раза. Да она так же с блокером. Только что-то пока что косты не тикаются. Стоять проще под боссом. Три пола, три раза косты не тикаются. Могли. Ладно, да. Два. Ну, не хватает. Рыбу постоять. Арчанок кому? Ко мне поставьте лаки на второй фаз. Настя там справа в углу. А что отдаем? Три, два, один, пул. Попасили на пол.
Попатили на пол. Центр отбежали. Бентли побежал. Глю твой первый пал. Хватили больше ТПС. А все равно заходишь в лужу. На ней есть шлем, окей. Ты сейчас не успеешь, а вскочил, какие крыцов. Чел уже даже остался. Дальнего скорбея можете не трогать, я его заберу. Последнего там убейте. Копатели на пол. Пачли на пол. Я вижу, что стал. 34%. Стопните по боссу, не бейте, стопните, не бейте. Стоп. Первый баба реслин, второй я. Бойчик побежал. Бежался. Дам по тебе мап. Хильте его пока, хильте его, оверхил. Все, дал боб иди. Какая нахуй не зыбка? Ты что, дурак нахуй? А на вторую фазу, блядь, где ты ее сейчас нажимать будешь? Нахуя мне твоя незыбка нахуй сейчас нужна? Что я сейчас на второй фазе? Какой я сейф буду ждать? Ой, блядь, в пизду нахуй просто, блядь. Клоуны нахуй. Копателей на пул. Стамину себе снимите. Потом переводим бас. На пульте. А, вы уже перевели, я понял. Понял, принял. Там один копатель вред еще побежал. Сейчас ебанет теневой, потому что не успеет дойти. Да, он не успел дойти, сейчас ебанет теневой. Молодцы, ребята, нахуй. Зато босса перевели.
Да, и с округлю, и плюс, и монолит. Ветку резнуть? Да, резь, конечно, быстрее. Копателей на пол. Ахилл рейд. Реснин, забери лед, нажми лед. Блять. Нахуй. В такую хуйню, блять. Я зеро на гим на хп. Уже давал хрещины. Хрещи на гим на хп. Бежим все на маке. Сам, наконец-то. И, блядь, я там понизил шмот, а Настя нить шмот. Один на друида только, сука. Хороший вопрос, а что у нас у магического прота не было в шатры? Какая разница, как бежать-то? Кирилл, что там по танкам? Надо этого магика точить, блядь? Реслину, ладно. Нет, не надо. Ебалан, блядь. Да отпиздили его уже, забей.